все, наверное, уже знают, и что после гибели Миши я абсолютно случайно начала петь. И все началось с песни «Дорога от души к душе». Мне просто она очень сильно нравилась. И еще при жизни Миши я ее пела, и он хотел оставить себе, чтобы ее исполнить. Позвонил Володе Бочарову, говорит, у меня жена дома ходит, поет. Я, говорит, забираю эту песню. И именно вот с этой песни, именно эта песня мне дала толчок в путь вот этот вот музыкальный. И так вот, собственно, все пошло и пошло. Спасибо, Алексей. А как вы начинали свою певческую карьеру? У меня очень интересно вообще с музыкой, жизнь связанная. Да, я помню, в детстве меня родители отдали в музыкальную школу. Я учился по классу аккордеон, фортепиано. Да, ненавидел, если честно, сольфеджио, да. Так мне тяжело было. И потом, вот, знаете, со мной музыка прям на ногу шагала рядышком, да. И вот судьба так вывела, что с Ариной вместе встретились, начали работать вместе. Как сейчас много надежды появилось у людей, которые тоже ненавидят сольфеджио. Они тоже могут стать известными певцами. Вот помните тот момент, когда впервые вышли на сцену? Да. Помню такой момент. Это в Киеве было. Город Киев, да. 9 лет. Шансон. Было очень страшно. Вышел 3000 зрителей. Караул. Но сейчас уверена, что намного больше приходят на ваши концерты. Ир, ну вы говорили, что вы пели песни дома. А ваш дебют как состоялся? Вы знаете, я вообще в своей жизни никогда не думала, что я буду певицей, да, и еще то, что сейчас происходит, что вот у нас, я не побоюсь даже это слово сказать, что у нас практически везде столько народу приходит, если Урал-то там просто вообще аншлаги, да, Украина так как-то на нас где-то присматривается еще. Я никогда в жизни не думала, что у меня будет такой путь, и что именно вот именно такой, понимаете, как-то, что после гибели мужа своего я вообще начну это и петь, и тоже заниматься сольфеджио, брать уроки, и преподаватель по вокалу у меня, и что я вообще углублюсь в эту музыку, да. Раньше это у меня было средством зарабатывания, чтобы прокормить семью, да, я не боюсь об этом говорить, и год назад я приехала к Вадику Цыганову с Викой и сказала: «Вадик, я так мне нравится быть певицей, я себя нашла». Год назад, прошло уже, да, 5 лет, как я этим занимаюсь, и 8 лет будет, как нет Михаила с нами. И я только поняла, что я этим живу, я этим вдохновляюсь, и я просто благодаря этому, да, столько пережила, столько было всего, и здоровье было плохое, я этим живу, выздоравливаю, и вот все, понимаете, для меня это все теперь. Ну и дарить радость другим, это, наверное, самое ценное. Но вот в ваших дебютных альбомах «Первая осень разлуки», «Тебе моя последняя любовь» глубоко прослеживается лирическая направленность. Все ваше творчество лирика или... Нет, вы знаете, просто в моей жизни это такие этапы. И в тот момент у меня было такое состояние души моей. Я не могла веселиться, понимаете, потому что у меня, ну, вы сами представляете, да, такая потеря, и что происходило, что творилось, как я все это пережила, я даже не знаю. Вот, и на тот этап, момент, у меня было такое настроение, понимаете, там я сказала о всем, и есть многие песни, которые действительно прям вот мою жизнь, они там рассказывают. Вот сейчас совсем иное настроение, появились песни веселее, и поэтому, наверное, вот так могу на этот вопрос ответить. Если говорить о ваших авторах, кто для вас пишет сегодня? Вы знаете, я очень благодарна судьбе и Богу, что у меня моя жизнь свела с таким замечательным автором Игорем Азаровым. Просто, наверное, вы знаете, он много писал и Любе Успенской, и Зара сейчас исполняла такую прекрасную песню его, и очень много. И меня... Слава Богу, что у меня появился такой автор, мой автор. Понимаете, это очень сложно найти, поэтому я это говорю, это мой автор для меня, который написал песню где-то известную всем, да. И, кстати, ваш автор Олег Макаревич со мной сейчас сотрудничает. Что приятно. Песня «Где-то за морем», да, которую очень многие полюбили. Но на начальном этапе своей карьеры, конечно, это были песни Михаила, неизданные. Я поднимала все вот его архивы, записи и вот творила. Вот, боюсь, честно говоря, задать некорректный вопрос, но хотелось бы узнать, как поклонники творчества Михаила Круга после его трагической гибели относятся к вашей сольной карьере? Ну, вы знаете, изначально, да, я всех понимаю, да, сколько людей, столько мнений, это они вправе делать свой выбор, это правильно, значит,
как можно сказать, да, у Михаила умер, о, там, ей там захотелось, тут же сбежала на сцену, начала петь, да. Я их тоже понимаю, что многие так и говорили и осуждали меня. Но сейчас в основном все его поклонники ко мне возвращаются. Они так... И поклонники Ирины и Алексея в нашей студии, как вы слышите, уважаемые телезрители. Вот, Мишины поклонники, они меня поддерживают. И многие мне пишут такие письма, что и присматривались ко мне, и смотрели со стороны, наблюдали в течение всего этого времени за мной. И очень любят меня и ценят. И я хочу сказать огромное спасибо, что они со мной, что они меня поддерживают. Для меня это очень важно. Я понимаю, что сейчас многие люди говорят вам спасибо за то творчество, которое вы дарите. Алексей, возьмите, пожалуйста, микрофон и расскажите о вашей совместной деятельности с Ириной. Вот как вы познакомились с Ирой, как начали петь? Ой, интересная очень история. Я помню, когда я себя заявил в конкурс. Если вы знаете, ежегодно проводится в Твери конкурс памяти Михаила Круга. Я себя заявил с песни «Ты». Это первая песня, которую я записал. И занял там первое место на этом конкурсе. Там мы познакомились с Ириной. Да. У нас ей очень понравилось, как она потом сказала. Да. Как давно это было? Сколько существует дуэт уже ваш? Это 2007 год. Спасибо. Да, 2007 год. И потом у нас возникла такая идея просто поработать вместе, да, и вот записали дуэт. Песня «Привет, малыш» стала первой песней. Возможно, через несколько лет музыкальные критики будут анализировать, о чем вы хотели сказать, о чем хотели спеть, в каком жанре выступали. Но у нас есть такая прекрасная возможность, уважаемые телезрители, спросить у Ирины и Алексея, как они считают, в каком жанре они поют. Вот определяете как-то для себя или просто поете? Я считаю, что самое главное делать это от души. Чтобы тебе нравились твои песни, да, и чтобы людям нравились песни. Неважно, в каком. Да, жанр. Какой жанр это? Главное петь с душой. Это оставим для критиков делу, все-таки. Да. Ир, ну многие помнят ваши песни с Леонидом Телешевым, с Виктором Королем, и вот теперь успешная творческая деятельность с Алексеем Брянцевым. Как воспринимает этот дуэт публика? Ну, я думаю, что всем поклонникам я очень интересна, потому что у меня постоянно меняются мои партнеры, и за всех я почему-то выхожу замуж сразу, понимаете? Это невозможно. Хотя такого нет на самом деле. Вот это вдохновение. Понимаете? Они сразу же начинают сопоставлять, что там, ну надо же, вот Алексей Брянцев теперь то с Телешевым, то с Королевым. Нет, это просто изначально был Леонид Телешев, потому что он был и Мишин друг, и как-то вот он мне помог очень записать эту песню в студии, со многими познакомил. Так вот родился наш дуэт, как бы дружба, он сам из Твери. Но с Виктором Королем мы вообще много лет знакомы, и мы просто очень большие друзья, и друг к другу в гости приезжаем, и тоже случайно родилась эта песня «Букет из белых роз». И какая? Но Алексей вообще... Тут даже говорить нечего. Спасибо. Спасибо.